Привет, народ! Пока там монтируется видео про вот эту вот горелочку Кавея. Думаю, что-то открыть посылочку какую-то вторую. Есть еще пару посылок с Китая. Заказывал несколько вещей. Ну, вот это, я так думаю, да. Заказывал, ну так, поиграться, а потом кому-то подарить, возможно. Там дешево что-то это стоило. Я уж не помню даже сколько. Потому как рассчитывался через PayPal с карточки. В общем, эта штука называется неокуп. Неодимовые магнитики. Вот такие вот приколы. Можно с них чудить. Видите, да? Только что был куп, и уже мы его, скажем так, сделали из него не куп. Очень классно так. Ну, блестят они, что ли, да? Как отрадированные вроде. Ну, и можно с них всякие разные фигурки делать. Вот поэтому и брал, потому как очень часто приходят знакомые в гости. А знакомые в гости приходят с детками. И деткам вечно нечем заняться. Бедные эти родители вроде как пришли пообщаться, знаете, посидеть со взрослыми. А тут детвора... О, не дает, не хочет. Оно с этой стороны вот так вот. То есть, в принципе, смотрите, как прикольно. То есть, можно цепочки плести всякие, типа. Вот так вот, то есть. Вот такая приколюха. Увидел это тоже, опять же, на YouTube у кого-то. То есть, можно, смотрите, какие вещи творить. То есть, можно, что хочешь, не хлепить, на всяким зверюшек там. Ну, в общем, тема очень довольно-таки прикольная. Поэтому решил заказать, попробовать. Были трошки лишние деньги. Так, аккуратненько сейчас мы ее распустим до конца. И получается вот такая вот... Ну, для детей это вообще-то... Я не знаю, как дети, я сам буду играться. Наверное, сегодня вечером погоняю. Попробую, что с него можно сделать. На YouTube видел вот с этих игрушек. Ну, вообще там... Ребята, у кого фантазия есть, то вообще творят чудеса, скажем так. Можно очень прикольное. Ну вот, что-то как-то только оно... То липнет, то не липнет. Полярность разная. У шариков этих. Вот, хочу цепочку сделать. Во, наконец-то. Во. Вот такая цепочка получается. Очень классная тема. Можно... с нее делать что хочешь, в принципе, складывать как хочешь, можно разные лепить фигурки, можно, ну, вообще вытворять очень разные вещи, очень классно. Ну, короче, пару ссылок, ну, найдете, да, неодимовые магнитики, ссылки, ну, я думаю, под видео даже не стоит лепить, потому как вот такая вещь, просто такая, побаловаться взял, поэтому. Ну, у меня нет слов. Детям будет то, что надо. Потому что главное, чтобы не проглотили. Чтобы родители следили, чтобы ребенок не проглотил вот эту штуку. Потому как если дети, ну, маленькие, то могут, да? Дети, что не возьмут, то в рот тянут. А так, в принципе, ну вот пару примеров, чего можно с них сделать. Давайте пару рисунков сделаю. Я себе взял парочку таких, потому как очень часто... приходят родители с детворой в гости, поэтому заняться им надо чем-то. У нас там всяких игрушек есть, супруга дает, но игрушки быстро надоедают. А вот эта штука, я думаю, ребенку очень долго не надоест, потому что лепить можно из нее что хочешь. Поэтому заказал парочку. Ну, вторая точно такая же, точно там такой же кубик вот. То есть лепить можно из него, ну, выпадай. Лепить можно, видите, да? Вот чисто прям такой куб. Но это мы раскрывать не будем, это пойдет на подарок. Поэтому даже вскрывать не будем. Вот так вот. Брал один для себя, а второй, ну, не для себя, а для себя, чтобы детки игрались мелкие, когда в гости приходят с родителями. Ну, а второй брал вот там на подарок. В принципе, стоит недорого, если кому интересно, то найти, в принципе, можно на Алиэкспрессе, можно найти на любом магазине. Если вспомню, в каком магазине брал, то ссылку брошу под видео. То есть, вытворять можно с нее
Мама, не горюй, что. Вот такое вот коротенькое видео, просто чтобы отвлечься от ремонта ножей. Потому что меня эти посылки уже достали. Да, кстати, хороший прикол. Вот приходит этот неокуб вот в таком состоянии, то есть там куб. И вот как собрать его обратно, я чуть голову не сломал, но опять же с помощью YouTube все решилось. Нужно считать 36 шариков, потом эти шарики вот, вот так вот в цепочку выстроить. И нужно их на вот этом 36 шарике вот так вот слепить. Дальше переворачиваем опять и опять в обратку. Опять скручиваем вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нельзя, 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 нельзя. Стоять, стоять, стоять. Короче, хитрая штука, липнет. Вот так вот. Три у нас уже есть, да? Полоски. Дальше разворачиваем. Делаем четвертую. Вот так вот оно все слипается. Можно браслетик себе такой сделать, да? Вот так вот дальше. И последний. Вот так вот. Оп, есть. Вот такой получился у нас браслет. Теперь отсчитываем 6 шариков и сгибаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ломаем пополам. Раз. Вот так вот. Опять же, в другую сторону. Ломаем пополам. 2. Ломаем пополам. 3. Четыре. Пять. И шесть. Шестью шесть, 36. И получился у нас вот такой вот кубик. В принципе, классная головоломка. Посидел, поигрался, честно. Можно, ну, очень много можно чего придумать с нее. Вот такая классная штука. Ну, в принципе, для детей, для развития, ну, я думаю, бомба будет просто. Подарю жене, пускай играется. Так что, в принципе, вот так вот. Для детей, для развития, то, что надо. Дарите детям, пускай играются. В принципе, все. Пока-пока. Увидимся.